Сегодня личный прием граждан в Кашхабрском районе провел депутат Государственной Думы Российской Федерации от Адыгеи Мурат Хасанов. Встреча с гражданами проходила в администрации района. В своем плотном рабочем графике парламентарий постоянно находит время для того, чтобы пообщаться с населением. В этот день вопросы поступали от представителей администрации поселений. Главы Ходзинского, Егерухайского и Кашхабрского сельских поселений пришли на прием к депутату с просьбой об оказании содействия в решении вопросов, касающихся благоустройства веренных им территорий. С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор. Решение всех поднятых вопросов Мурат Хасанов взял под личный контроль. Различные такие вопросы, которые сегодня решать надо. На прием пришло 3 человека. Ходзинское поселение – это мост, который они уже не могут содержать. То есть это нагрузка поселению. Если поселение может эти деньги на другое потратить, я думаю, что этот вопрос мы урегулируем и постараемся его перевести в автодор. Автодор будет его потом обслуживать. И сегодня тоже дорога, которая будет закольцована вокруг школы, стадиона, там ФОК новый строится, дом культуры. Это тоже, я думаю, будем решать, потому что это центр, где все население собирается. И самое главное, чтобы это для детей оно безопасно было. Ну, в Кашхабре его тоже слушали, это грядиные дороги. На сегодняшний день это необходимое, если это асфальт, ямочные работы, а тут подсыпка и выравнивание. Я думаю, тоже это сегодня мы. По мнению депутата, личный прием граждан – один из наиболее эффективных способов работы с населением. В его планах продолжить подобные мероприятия на территории всех районов республики. Прием граждан, как депутат Госдумы, как это входит в обязательства. И я начал сегодня, это первый прием в родном районе. Следующий я уже буду тоже рассказывать по всем районам. Это вот мы уже план сделали, и мы будем по графику идти, по плану идти.